сейчас после утверждения этой схемы, да, зонирования мест расположения этих самокатов, по договоренности с операторами электросамокатов, они в своем додатке, да, в приложении укажут эти места размещения этих, ну, своих самокатов. После того будет подписан меморандум о сотрудничестве между операторами электросамокатов и представителем органов исполнительной власти. В данном случае это будет вице-мэр Тетюхин Сергей Николаевич. В этом меморандуме будут прописаны те обязательства, которые берут на себя операторы самокатов. Это, то есть, дотримуватись двух основных документов. Первое – это схемы зонирования скорости, чтобы скорость не превышалась. Второй документ – это схема зонирования именно размещения этих самокатных средств. Кроме этого, были внесены изменения правила благоустройства нашего города. Когда эти изменения вступят в силу, наша инспекция с благоустройства получит полномочия контролировать уже соблюдение, так сказать, этой схемы размещения самокатов. Если операторы самоката не будут соблюдать уже схему размещения, тогда они будут оштрафованы.